18 районах области установлен высокий класс пожарной опасности. Об этом сообщает региональный Минлесхоз. Полную информацию о текущей обстановке можно узнать на официальном сайте ведомства. Напомню, в этом случае вводится запрет на посещение лесов и любые действия, которые могут привести к возгоранию. Нарушителям грозят штрафы. Согласно оперативным прогнозам, такая обстановка сохранится в ближайшие 3 дня. И это несмотря на прохладную и пасмурную погоду. По прогнозам синоптиков Приволжского гидрометцентра, до конца рабочей недели температура воздуха будет колебаться в пределах 20-25 градусов. Сегодня без осадков. В четверг и пятницу местами по области возможны кратковременные дожди с грозами.